Здравствуйте, граждане и гражданки. С вами снова Глафира Абрамовна. Сегодня у нас в гостях рыба камбала. Не все мясо с курицей-то потреблять. Надо иногда и рыбкой баловаться. Почему странный такой выбор? Во-первых, экономично. 135 рублей за килограмм в местном магните. Понимаю, что Китай, понимаю, что замороженное, понимаю, что глазированное. Но эксперименты должны продолжаться, коль уж они начались. Здесь у меня уже разделанные тушки. Я их почистила, вытряхнула оттуда всякую вяку. Знаю, что некоторые делают сразу тушками. Ну, не люблю я ни с головами, ничего. Камбала хорошо, в ней мало костей. И, в принципе, океаническая рыба, значит, омега... Три полезные у нас присутствуют. Я сделала кляр по рецепту Варвары. Варвара, привет! Ссылочка будет обязательно на твой канал. И так уж захотелось мне рыбки, но на треску что-то у меня глаз не кинулся, а вот на камбулу запросто. Описание кляра будет обязательно в видео. Поставлю. И начинаю купать кусочки и делать их а-ля фрай. Разогретая сковородка, как всегда, масло. Варвара там все красиво делала, всякими вилочками. Я уж извиняюсь, руками буду. Чай не в общепите. Соответственно, мы разогреваем сковороду. Убавляем. Сейчас я понимаю, что надо все-таки чуть-чуть прибавить. И ждем, когда она обжарится. Обжаривается с двух сторон до золотистого цвета. Кляр у нас жидковатый, и так надо. Не бойтесь этого. Так что ждем, покажем, какой будет результат. Ну, вот золотые мои, вот мои серебряные, вот мои платиновые. Рыбка у нас готова. Как было в кляре? Сейчас. Это на выставку достижений народного хозяйства. Жрать давай. Вот видите, какая у меня тяжелая доля. Да. Глафира Абрамовна. Снимай, что постоянно жрать хотим. Посоветует. Чмоки, чмоки, всем пока. Сейчас ведь все съедят. Я вас уверяю, обжоры. Я вам этого не говорила.